Новый дозорный, ответственный за все, что делается в округе, появился в Орджоникидзевском районе. Его главой сегодня стал известный в Екатеринбурге общественник и юрист Вячеслав Трапезников. На этом посту он сменил Олега Лифтона, который вышел на пенсию. Отмечу, что до этого Вячеслав Трапезников возглавлял гильдию уральских строителей Урала. Он является одним из организаторов форума небоскребов в Екатеринбурге. Но сейчас планы новоиспеченного чиновника приземленные. Он собирается сделать крупнейший по численности район Екатеринбурга самым благоустроенным и чистым. Пожелания от предприятий жителей уже принимаются. Особое внимание глава планирует уделить и занятости подростков. Для них, по его мнению, необходимо открыть новые секции, клубы. Но в первую очередь Вячеслав Трапезников займется реформированием работы местной службы квартальных, которые должны оперативно реагировать на жалобы горожан. Для этого, в частности, будет открыта горячая линия. Я рассчитываю во многом реформировать деятельность службы квартальных. Я уверен, что в этой службе есть очень серьезный потенциал для роста эффективности, для того, чтобы каждый горожанин видел, да, администрацию города вот в том наибольшем приближении, которое он есть.